Бюджет региона на следующий год и плановый период до 2021-го сегодня обсуждали депутаты областной думы. С докладом выступил Илья Баланин, заместитель председателя правительства области, директор регионального департамента финансов. Главная задача – это сохранить все социальные обязательства перед жителями региона. Среди приоритетных задач также выполнение майских указов президента и поддержка муниципальных образований. Основные направления ближайших лет – повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение условий жизни населения, обсуждали изменения в части налоговой политики. Подготовлено на сегодняшний день изменения в ставке транспортного налога, увеличены ставки для катеров, моторных лодок, гидроциклов, яхт и других парусно-моторных судов. Также планируется увеличить ставки транспортного налога для мощных легковых автомобилей по сравнению с 2018 годом. Депутаты, в свою очередь, высказали свои предложения, в частности, возврат бесплатного питания в школьных столовых, бесплатный проезд для учащихся в общественном транспорте. Говорили о более строгом контроле за состоянием хода ремонта на дорогах области, увеличении финансирования на приобретение льготных лекарств и нового оборудования для больниц. Поступило большое количество предложений, вопросов от депутатов, находящихся в зале. Все эти замечания были обсуждены, рассмотрены и лягут в основу работы над бюджетом. В какой-то степени сохранить те социальные льготы, которые у нас сегодня действуют, чтобы программа «Решаем вместе» тоже развивалась, продолжалась и на нее средства увеличивались. Вопросы были по привлечению инвестиций в Ярославскую область.